Здравствуйте, 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 привет, мы продолжаем проходить Биошочек, пару серий осталось, все уже финал, все. В прошлой серии мы узнали, нас обманули. Нас обманул челик какой-то. Фрэнк, не Фрэнк, как его зовут. Да, уже сегодня до него будем, ну не сегодня, а в принципе в дальнейшем серии будем до него идти и смотреть что да как. Да, ну тогда прошлая серия вообще там муйки жесткие были, это вообще... Слушай, поудобнее, знаете, пледик, прям все тукуш, прям еще пить, пить или пить воды. Приятного просмотра. А мы начинаем. О, привет! Короче, здесь мы вообще в аху, да, были? Что у нас по Патрику с тобой? По Патрикам все очень плачевно, да? Ну, хотя не так сильно. Плачевно все по этим. Плачевно очень по этим, блядь. По хпшечкам. Очень все плачевно. Погнали нам туда. Это вам не сброд с площади Аполлона. Там не люди, а звери живут. Бля, какой пароль-то? Вот это я не знаю. Ноль де... Ноль один девять два? Ну, давай попробуем. Чего, бля? Ну ладно. Ноль девять один... Ноль один девять два, понял? Блядь, что нахуй? Ноль один девять два. Не хватило духу. У меня... Смотри, куда идёшь, тупица! Ноль один девять два. Я так одинок. Тебе невероятно. Эй, кто это сказал? В общем, проскочила тут инсайдерская информация одна. Проскочила одна информация тут. Вернись, он там. Ну так, проскочила одна информация, в общем, да. Где я не скажу, но, в общем, вот такой пароль должен быть, по крайней мере. Все, блядь, вставай! Летго! Уезжай! Блядь, мужик, может ты поедешь? Разделите его, мистер Би! Разделите его! А, все, вот он. Блядь.
спасти целый мир. Я создала здесь место для малышей, но это ты их спаситель. Ты остановишься на этом или, наконец, спасешь их из этого ужасного города. Тебе больно? Никто? Мужик, отстань! Снесите его голову Райну и принеси мне расписку. Добрый вечер, блядь. Там камера. Маши быстрее к ней. Сейчас отнесешь, блять, уебок. Давай. Погнали нахуй. Пососал хуйца, да? Шо, блядь, не получилось, да? Все. Блядь, здесь даже лута никакого, понял, нету? Вообще никакого. Это термой. Блядь, вообще нихуя нет, прикинь. Погнали вот так гонять хуля. На всякий случай сохранимся. Да, просто вот это мульки, это я ебал. Какие. Я буду скучать по этому месту. Восторг для такого типа, как я, это же конфетная лавка. Парни уверенные, будто все знают в этой жизни. Дамочки уверенные, будто все видели. Это же просто праздник. Чем ебнешься, какой, знаешь, праздник? Для кого как, блядь? Да, нужен лут еще. Подожди, я потратил, наверное, да? Подожди, а вот тут что? О, блядь, брат. Не, брат. Что-то он тут охраняет, подожди-ка. Что-то он тут охраняет. Где ты жду, блядь? По-моему, взломать? Это же охуенная тема. Ну теперь хотя бы хпшки бы еще. Ну хоть что-то, блядь. Смотри, у хпшка повышается-то. Сейчас она, конечно, набухала чуть-чуть, но ничего страшного. Попробуем с тобой взломать. Let's go.
Блядь. Ой, не-не-не, нахуй. Смотри, сколько у меня хпшки снизилось. Ёбаный рот. Хуйня какая-то. Ну, в общем, он здесь сейф охранял. Ну, окей, запомню. Вот это что? Опа. Да вроде все стоит, да, у нас с вами. Больно. Да, смесь закрепилась. Результат ментального воздействия рассеялся, но несомненно будут побочные эффекты. Мать, ты что, блять? Образца 192 оказалось побочным действием. Ваши плазмиды стали нестабильны. Сейчас вы лишены возможности выбирать, который из них заряжает. Образец 192 преобразовал всю твою плазмидную структуру. Мне надо было сразу сообразить, что тебе нужна большая доза. Тебе придется найти добавку, чтобы полностью снять воздействие. Спасибо. Часть меньше урона от электричества, наносит больше урона при использовании электрических атак. Хуяна, то есть. Блядь. Ебать, что это нахуй? Ебать, что? Кого, блядь? О, ебать. Ты смотри, у меня разные эти темы теперь есть. Да это прикольная фича, но, блядь, хуй узнает. Как я могу использовать ее, блядь? Блядь. Мишень. О. Да, ребят. Мистер Пушка! Добрый вечер, блядь. О, блядь. Прошу прощения, ребятки. Не хотел так много. Я здесь не буду, блядь. Наверное. А мне обратно, что ли, все? На нахуй. Отстань от меня, блядь. Хпшку, пожалуйста. Мужик. Блядь, что у меня теперь еще? Огонь, блядь. До свидания, блядь. Блядь, чего огонь у меня синий теперь какой-то?
Охуеть. Короче, у меня по патронам вообще нихуя нету. Ой, блядь. Сжечь 3. Погнали, чё, блядь. Вы знаете, что женщины предпочитают? Да? Отстань. Думаешь, можно приходить и брать все, что нужно? Это тебе не джунгли. Блядь. А это что? Гипноз большой бабочки, блядь. Просто благо бабки есть. Скоро здесь снова будет рынок, и все будет хорошо. Внимание! Любое публичное собрание числом более 4 человек считается наказуемым деянием. Вот, да. Хорошо. Ты охуел, блядь. Давай, 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 давай. Ты же бегаешь, как девка. Это тебя не спасет. Давай, нахуй. Посмотрим, блядь. Где ты уебан? Что это? Блядь, отстань. Что за пиздец, блядь? Добрый вечер! Стань, все, отъебись, привет. Это блядь. Что это? Танцует на сегодня конверт, чудо современной жизни. Благодаря ему вам нужно меньше средств, чтобы сказать то, что вам не хотим. Это не магия, это супер. Блядь. Есть, конечно, мне нужно что-то на хпшку. 100%. А, ну они мне сейчас нахуй не нужны. Подожди, мне что-то нужно для хпшки, да? У нас что есть? Броня? По факту. Увеличит бонус урон, получен от исследования. При ударе вы выделяете электрический разряд, нанося... Так, это нам, да, ага. Вы несете меньше урона от огня и сами наносите больше урона, используете огонь. Получите больше пользы от своих исследований, благодаря исследованию урона. Никогда прежде ваша научная работа не была такой. Подожди, что у нас еще есть, блядь? Электроплоть. Вы получаете меньше урона от электричества, наносите больше урона при использовании электрических атак. Мы говорили, что электроплоть не произойдена разработка в области применения электричества. Мы ошибались. Электроплоть 2 и ее произошла. Будь победителем, а не побежденным. Ледяное поле. Очки за исследование от сделанных фотографий. Делая ваши шаги тише, увеличит урон в рукопашной схватке с противником, который не успел вас заметить. Когда вы сражаетесь с теми, кто быстрее или сильнее вас, можно использовать либо привычку крадущий качественный бус, позволит вам удалять любого противника, если удастся застать его расплох. Ну, это прикольная тема. Давай ее вот так вот сделаем. Блять, электроплоть. Давай попробуем. Да, попробуем чисто так. Вот, хпшка у нас, чё? Радость хакеров, херская взломать вам, добавлять немного здоровья и Евы. Для здоровья, здоровья, закуском, повязкам. Это маскировка, уход от слежки, камень слежения, тролли теперь затекает вас намного медленнее. Чем сообщать им, где вы были? Остальная версия ухода от слежки удаляется легкостью, убегать внимание камер, слежения, турелей.
Вот так пусть будет. О, блядь. До свидания, ебать. Всего, блять. Хорошего. Собственно, телекинез у нас сейчас. Ебаный. Прикинь, у меня все плазмиды, короче, разные, блядь. Мы какие-то, блядь, хуй знает. Просто со шмелями прикольная тема, да? С пчелами. Прикольненькая тема, но такая. Склон ловушка, блядь, что это? Что это, блядь? Раз сохранимся, ну его нахуй. Так, это у нас есть. Подожди, я посмотрим по этим. Давай лучше противопехотные, блядь. Просто все патроны, которые я сейчас использую, ребят. У меня просто все, у меня уже... Блядь, нет! Интересно. Я была в таком бешенстве, когда пришла сюда, но... Боже, я понятия не имела. Вооруженные люди повсюду. Я видела, как женщина пыталась перелезть через ограждение. Один из охранников Райна указал на нее, и она вспыхнула и сгорела. Раз и все. Что здесь творится? Так будет правильнее. Блядь. Интересно. Да, это, напоминаем, блядь, на максимально сложный проходим данную игру. Наебать, какой максимальный. Бабочка занимается своими делами, погнали. Добрый вечер. А что это значит? Электроразряд 3 у нас с вами, короче, поняли? Тут внизу у меня будет все хорошо. Райн, сукин ты сын, это моя очередь.
ранят меня, блядь. Думаю, да. Блядь, это ебись ты нахуй был. Ну, тебя успею пройти? Я надеюсь, да. Да, мне ноги. Просто так, блядь, проходим, ребят, с вами. Чтоб ты сдох! Ты охуел, что ли? Блядь! Дай-ка мне большую папочку сюда. Он тут? Блять. Надо успевать. Ну ладно, похуй, погнали так. Мы справимся с тобой сейчас. Пожалуйста. Отстань, блядь. Ты узнаешь, что я, господин. Блять. Только не пчелы, только. Блять, что происходит? Пизда, ребят, я хуй его знаю, честно. Как тут, что, блядь? Что это за хуйня, блядь, но пусть. Я убью тебя первым! Открой! Не только вот сюда зайти и все, блядь. Блядь, что это за хуйня, блядь? Все, блять, наконец, нахуй. Теперь ты получил свободу. Наркотики Сушонга над тобой больше не властны. Бери бытисферу и отправляйся на пик Прометей. Пора покончить с этим делом. Это пизда просто, ребят. Да ты ебла! Да, пойдешь. Отстань нахуй, все, пизду вас. Отстань, блядь. Не туда. Мужик, не сюда. Держи. Блядь, отстаньте. Отстаньте, ёбаные, блядь. Блядь, отстань нахуй. Ну ты прикинь, вообще потненько, просто только так прохожу, понял? Не, брат, 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 не я, пожалуйста, не трогай меня. Мужики,
смотрите кто. Отстань, блядь, ты попробуй, только посмей, блядь, тварь. Мне нужна наш хилка. Блядь, долбоёб. Всего доброго, блядь. До свидания. Ну, ребята, знакомый лайк просто за вот такой спидран, чистый, без спидран. Просто вот просто прохожу, даже никого не трогаю, блядь. Лайк, ребят, поставьте лайк. Обязательно подписочка на канал, да. Вот за такой, такой кто еще может? Вот только я. Только я на хард, блядь, на хардкорном, блядь, с режиме сложности. Кто такой еще? Только я. Только я. Смотри, лайк и подписочку оформить сюда. Мне вам не сложно, неприятно. Блядь. Бля, дай мне хилку, пожалуйста, игра, блядь. Смотри, кто тут есть. О, да ты... Это несчастный случай. Отдайся, блядь, по диване, ебаный. Тварь! Блядь, ебучая тварь. Ну, пробуем еще раз, ладно. Встань нахуй. Ребята, смотрите. Добрый вечер. Смотри, еще. Добрый вечер, да. Смотри. Просто бежим, блядь, ну его нахуй. Я тебе покажу. Ничто это. Это ничего. Я тебе показалось, может. Блядь. Пожалуйста. Быстрее, нахуй. Ну быстрее, блядь, мужик. Ну иди сюда, пожалуйста. Быстрее. Ты чума на тебя. Блядь, тварь ебучая. Пожалуйста. Спасибо, блядь. Блядь. Как мне сейчас там проходить, я хер узнал. Все, что, блядь, не убьешь. Давай, 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 ну давай. Отсосал, я же говорю тебе, блядь. Птичечка, спасибо за птичечку, блядь. Сейчас снова попробуем эту хуйню. На, дура. Сего, коро, шего, блядь. Пресс-эф, ребят, просто, блядь, пресс-эф, вот в комментариях напишите, пресс-эф, ебать, просто вот такой кто может, никто такого не может, кроме меня, понимаешь, вот так спидраном пройти все. Да, не с первого раза, но где-то с первого, правильно, правильно. Просто я в аху, ребят, я просто в шоке, блядь. Лайк, подписочку оформи, пожалуйста, прошу тебя, ну, пожалуйста. Это, блядь, понимаешь, это... Ладно, ладно, не унимаешься, да? Ну что ж, я готов, только учти, приятель, мне принадлежит весь Адам в этом городе. Так что, ребят, давайте. Это ваша поддержка мне, понятно? Понятно, думаю. Мне приятно, спасибо заранее, кто это снял. О, бля. Чего ты ждешь? Иди за этим идиотом. Каким нахуй образом? У меня ничего нету, блядь. Ты дура, что ли? У меня ничего нету. Мне с патронов, видишь, все, блядь, осталось нихуя, блядь, понимаешь? Ладно, одна есть. Блядь, да урод просто. Ну, я так и думал, подъебка для уебка, да? Бля, есть здесь, может, что-нибудь закупить, я не знаю.
Векс. Вот это мне сейчас очень нужно. Бля, мужик, дай мне что-нибудь, пожалуйста. Мерзавец прямо у меня за спиной, а я и не слышал, как он подошел. Ой, бля, мужики, вам показалось. Блядь, отсоси, ёбок. Даже аптек нету. Охуительно, бля. Спасибо, блядь, папаша. Но остается только вот эта тема. Найдите медпункт. Я что и хочу, блядь. Давай, Настя, получается, это уже финал, ребят, получается. С тобой, блять, мне бы хилку, блять. Можно мне, пожалуйста, хилочку, блять? Последний шанс, парень. Соглашайся прямо сейчас, и я оставлю этот хлам вам с немкой. Но если вернешься, восторг превратится в аквариум. Разве не заметил? Черт, ты дал ему сбежать. Мне надо подумать. О, ну конечно, без проблем. Найди большого папочку и обыщи его. Очень советую лучше обыскать труп. Хоть что-то, спасибо. Я же красивый. Разве не заметил? Нашел систему управления костюмом. Зергут. Это первый шаг по превращению тебя в одного из мерзких больших папочек. Единственный способ пройти в ту дверь, через которую ушел Фонтейн, это заставить открыть ее для тебя одну из малышек. Они смогут тебе доверять только если на вид, на звук и даже на запах ты будешь как одно из этих вонючих чудовищ. Так, а чё у нас с тобой, блять, алё? Задание. Стать большим папочкой. Давай начнем. Маленькие чудеса, да? Бронеэскорт. Наверное, вот это, да? Нет, мне нужно либо маленькие чудеса, либо лаборатория и геники. Я не хотел. Здорово, блядь.
Ну уж понял. Спасибо, блядь. Куда я собрался? Я ухожу, блядь. Я устал. Я ухожу. Не слушайте ложь Атласа и паразитов. Восторг на подъеме. На нахуй, сосал сразу же, блядь. Моментом, понял? Он такой, а? И все, блядь. Добрый вечер, вообще. Я покажу ей, что бывает с гордячками. Сука, здесь ты найдешь голосовой ящик, чтобы твой голос стал как у большого папочки. Отвратительные создания. Я чувствую еще одного ангела. Хуйня мне вообще не нравится. Вызовешь копов? Да, я могу подождать. Я уже столько ждал. Оглянись по сторонам, малыш. Думаешь, мне просто нужна была компания. Это очень страшная хуйня.
Интересно, понятно. Сохранимся давай с тобой, потому что это пизда. Какой будет финал, ребят? Эти серии, вот эти, наверное, две или три серии будут очень длинными, поэтому я говорю, поэтому Кусняшка, как-то заспасайся, я вижу, что ты уже кушаешь, поэтому аппетита. Ужасный запах. С этим можно что-то сделать. Но сестричкам почему-то нравится эта вонь. Теперь нам нужны новобранцы. Если станешь большим папочкой, то назад пути нет. Но Райан говорит, без проблем, рекруты найдутся. Этот Райан славный парень. Нет. Назад пути нет. Может они... Она хочет, чтобы мы... Я допустил ошибки. Нельзя построить город, если позволить сомнениям взять над собой верх. Но можно ли управлять им в полной непогрешимости? Я знаю, что мои убеждения возвысили меня. И знаю, что все то, что я отверг, могло бы меня уничтожить. Но город... Он рушится у меня на глазах. Я что, настолько закостенел в собственной вере, что перестал видеть истину? Возможно. Однако там Атлас. Он стремится уничтожить меня, уничтожить мой город. Начать сомневаться означает признать поражение. Я не сдаюсь. Дальше мы одни, да? Какие-то мы так. Костюм.
Знаешь, тебе бы стоило сказать мне спасибо. Это я привел тебя сюда. Я показал тебе, кто ты есть. Тебе все лгали всю жизнь, пока не появился я. Отлично. Остался только шлем. Какая-то хуйня, ребят. Я думаю, финал будет очень... очень, короче, этим... таким плачевным. Какая-то хуйня, мне кажется, будет. Прям по ней стреляю, видишь? Ты смеешься, но мне не надо. Ну, бля, половина шкафчиков. Вся хуйня какая-то, блядь. Упустили. Ты такой же, как...
Теперь у нас есть большой папочка. Готов? Тогда отправляйся искать маленьких сестричек на испытательном полигоне. Я иду по твоему больному! Бать, ты что, мать? Не-не-не-не-не. И прошу тебя, для меня это очень важно, чтобы ты был с девочками помягче, мои кляйные малышки. Какую-то они хуйню замутили оба. Что женщина, что мужик. Я вам, блядь, говорю, попомните мои слова. Оба сегодня сохранимся. И на этом... На, послушай. Малышки отведут тебя к фонтейну. Быстрее, но ты бабус. Должен их оберегать. Давай на этом закончим серию. Спасибо за просмотр. Вот такая серия получилась длинная, очень, очень длинная. Такие серии будут последние, вот две или три. С какой, не знаю, когда финал будет, скорее всего, уже. Поэтому следующая серия, наверное, последняя про эту игру будет финал, как мне кажется. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Все ссылочки в описании в телеграм-канале на ваших экранах. Там все есть. Инсайдики из жизни. И когда выходит видео, уведомления как минимум. Информация про видео, какие будут видео, может, какие-то даже голосования есть. Да-да-да. Такое есть. Иди посмотри, подпишись. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, не принято, твоя поддержка. Спасибо большое, кто сделал. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Уж повторяюсь, я знаю. В принципе, все, увидимся в следующих сериях. Или в других играх. Ну, в следующей серии увидимся с вами. Про эту игру. В Биошоке. Давайте.